Сегодня применяю сварку кирпичом. Если вы не умеете варить, а проварить очень надо, будем применять полуавтоматическую сварку кирпичом. Пробуем первый раз, сами не знаем, что получится. Ну, попытаемся. Процесс сварки идет, сейчас посмотрим качество сварки. Я тут пинта одна поливаю. А в это время можно пока покурить. Говорили. Промазали. Попробуй сломать. Да вообще, надо либо зазор делать, ну, для колхоза с говняка чуть приварить, может быть и пойдет. Давайте попробуем эту сторону. Пробуем вторую сторону. На кирпиче шов лучше получился. Да, кирпиче шов лучше. Да. Что такое? Это длинный лифт. Если четче зазор выставить, то вполне приваривается. А сейчас Александр доварит этот шов. А лучше всего, да, вот так. Ну, практически нет никакой разницы. Если не приглядываться одинаково. Нет, просто сверху не гривал, смотри.